Стать, грация, красота. Лошади, пожалуй, самые совершенные из того, что сотворила природа. В Ивановской спортивной школе их 26. Каждая со своим характером и достижениями. Ребята здесь занимаются конным спортом бесплатно. Набраны группы на ипотерапию. С работой муниципального учреждения в четверг ознакомился временно исполняющий полномочия главы города Игорь Чебыкин. В целом впечатление о школе положительное. Материально-техническая база находится в удовлетворительном состоянии. Ну и, конечно, мы посмотрели на лошадок, в первую очередь на новое приобретение школы. Лошадку, которая обещает давать хорошие результаты. Посмотрели, как идет учебный процесс, ну и, собственно, ознакомились с теми техническими и материально-техническими условиями, в которых производится занятие. Нового коня приобрели на деньги муниципального бюджета. Красавец по кличке Пульсар стоил более 1 миллиона рублей. Ему 8 лет. Мы ее приобрели в Москве. Там ее обучали непосредственно. Обучал эту лошадь участник чемпионата мира по выездке, мастер спорта России. То есть мы приобретали именно вот у этого человека. Событие, конечно, не рядовое. У нас первая такая лошадь, которая действительно по качеству приобретенная. То есть мы возлагаем на нее определенные надежды. Хозяйкой Пульсара стала ведущая спортсменка школы Полина Ефремова. Наладить отношения с новеньким сначала было непросто, рассказывает девушка. Конь долго привыкал к месту, боялся и переживал. Но все уже позади. Отношения у нас с ним сложились очень хорошо. Мы сразу с ним практически подружились. Когда я вхожу на конюшню, он меня встречает голосом. Просит у меня вкусняшку постоянно. Я ему даю. Так он очень нежный, лояльный, покладистый конь. Никогда не обидит меня, не пнет, не укусит. То есть я ему полностью доверяю. Ближайшие соревнования у Полины и Пульсара в эти выходные. Они выступят на Кубке города Иваново по конному спорту. В субботу и воскресенье поддержать наших участников и просто насладиться зрелищным мероприятием смогут все желающие. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.